кажется, Райм живет в этой деревне. В каком доме, я не знаю. Наверное, он должен быть как-то отмечен. Может быть, Роджерсом. Или же... Я отсюда никогда не слезу. Нет, только не в этой жизни. Вот и он. Бегу к нему скорее. Юни, я тебя слышу. Юни, ты где? Я бегу к тебе. Срочно! На крышу! Залазь на крышу! Они режутся, они колятся. Что? Как ты ко мне подошла и даже не умерла? Ну, как обычно. В чем проблема? Юни, тут бегают лазуритные гномики, они кусаются! Кусаются, поэтому я забрался на крышу, здесь я в безопасности. Райм, так можно без лазуритных гномиков объясню поподробнее, что произошло? В общем-то, я ходил, копал вот эту вот шахту, все как обычно, выхожу к своей деревне, и тут меня начинают кусать гномики! И я забрался сюда, буду здесь умирать от голода. Ага, так, давай спускайся, бред какой-то несешь! Не буду, давай, не буду. Да будешь, а у меня есть рыба. Рыба. Да ладно тебе, видишь, все нормально? Черт! Юни, заходи быстрее в дом, быстрее! Лазуритные гномики! Подожди, кажется, трава убивает нас. Да какая трава? Причем здесь трава? Это все гномики! Смотри! Вот видишь? Да, вижу! Всем привет, на связи я, Юни, и это Майнкрафт. Но если мы коснемся травы, мы умрем. Так что добро пожаловать на мое новое видео, Райм. Что? Травы? Коснемся? Что это значит? Это значит, что мы сегодня будем проходить Майнкрафт именно так, не касаясь травы. Юни, мне кажется, тебя обезьянит, потому что здесь бегают лазуритные гномики, это всем очевидно. Они хорошо, просто хотят забрать нас с собой. Да, ладно, пускай будет так. Эти лазуритные гномики только на траве. Так, а что у тебя тут есть? Я заберу, пожалуй, еду. Нет, это все мое. Картошка. Ладно, забирай. Моя картошка. Так, ты вообще лутался? О, это будет, кстати, сложновато. Подожди. Опа, ягодка. А как нам тогда? Надо как-то... О, я придумал, вот так вот. Опа. Давай. На этом мои полномочия все. Давай, попробуй забрать ягодку. Я сам сейчас стану лазуритным гномиком. Слушай, ты права, эти гномики обитают только на зеленой травушке-муравушке, поэтому нам придется ее ломать. Блин, и почему они нас преследуют, и почему это случилось именно сегодня? Я даже не буду отвечать тебе на этот вопрос. Почему? Ну, Рай, потому что нет никаких лазуритных гномиков, что ты несёшь? Есть! Они существуют! Ребят, напишите в комментариях, существуют ли лазуритные гномики. И я сам их лично видел. Хорошо, подожди. Я поверю тебе, что они существуют, если ты убьешь дракона. Давай. Хорошо, тогда смотри, давай делаем верстачок, инструменты, вперед. Так. Тун-т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 ун. Все готово. Я умерла! Перед домом трава стояла. Нет, подожди, не подбирай. А я подобрал, все, господи. О, изумруды, еда, картошка. Слушай, а тут много всего полезного. И верстак. Так, слушай, блин, никогда не думал, что трава будет такая опасная. И кажется, я придумал. А? Знаешь, какое самое безопасное место? Какое? Пустыня. Кстати, да, но... Юни не захотела жить в том же мире, что и Райм. В смысле? Там так и написано? Там так и написано. Не убивай меня! Зачем ты это делаешь? Нам и так сложно жить в этом мире. Картошка. Да? Какой, блин, картошка? Надо вещи подобрать теперь. Да я все подобрал, не переживай. Это без... Знаешь, такие испытания, когда идет такой лабиринт и лава повсюду. Вот... Самое только страва! Зачем ты это делаешь, Райм? Тебе сейчас... Ты офигел? О, а ты зря, кстати, в этот дом не заходил, потому что у меня уже 5 железа, 6 обсидиан и железный слиток. Что? Железных слиток. Офигеть! Подожди, я должен попасть в другие дома. Это будет не так-то, в принципе, я думаю, и сложно. Тем более, слушай, а давай знаешь, что сделаем сейчас? По каменной лопате. Давай. Это будет полезно для того, чтобы как раз-таки всю эту землю вскапывать. Опа. Я сделаю ведро. Мне осталось найти только гравий. Уже сделаем зажигалку и отправимся в ад. А в аду травы нет. Кстати, точно. Я надеюсь, что ее там нет. Так, держи лопату. Я сзади ее скинул. Добывай верстак этот все. А мы сейчас пойдем еще остальные сундучки залутаем. Давай. Тут, кстати, иди деревня... сюда, Юни, срочно. Иди сюда. Тут, кстати, деревня реально очень богата. В каждом доме сундук. Да? Иди сюда. У-у-у. Смотри, как думаешь, что будет, если вот сюда встань? Я сейчас покажу тебе фокус. А что...
Понравился фокус? А вы, МБВ? Я знаю, что ты хочешь, пожалуйста! Это за звуки орали. Не убивай меня, хочешь, я расскажу тебе анекдот? Давай! Заходит как-то в бар два дракона. Один другому говорит. Да. Они не заходят, они там уже сидят. Иди, иди отсюда, все. Я расскажу, можно я расскажу? Сидят два дракона в баре. Один другому говорит: ух, как-то жарковато. А второй ему отвечает: рот закрой. Господи, Юня, это самая ужасная шутка, которую я слышал. Ты офигел? Так, ладно, тогда... Что? Мои вещи! Я тебя бью вот этими руками. Я не заметил. Нет. Будешь знать, как меня атаковать. Да блин, ты меня столько раз убивал, я хотела отомстить. Господи, я забыл, что траву нельзя касаться. Гномики, ну почему вы такие злые? Да, гномики. Угу. А, о, у тебя пирог был? Да, я хотел его сожрать. Ну ладно. А теперь мой. О. Моё, нет, нет. Теперь у тебя есть броня, мне тоже нужна. Нет! Ты бы это видел! Лопату. На, спасибо. Держи свою лопату. Я опять ее забрала. О, голем, Райм, вперед. Надо сделать мечи или топоры. Да, я с тобой согласен. Слушай, ну у тебя все мои инструменты. В том числе и лопата. Что? Ты сделал деревянную кирку и добыл всего лишь один булыжник? Вообще-то нет, там было их... А, может быть и да. На, добывай. Ты что, офигела? Давай. Это куда? Тут добывать камень. Это ж твой дом. Слушай, я не хочу больше находиться в этом месте, где меня преследуют лазуритные гномики. Да. Теперь это не мой дом. Пусть они тут сами поживут. Ты че смотри? А куда голем? А вот. У нас проблемы. А. Нет проблем. Когда продакшн вода? Да. Давай. Опа. А, да блин. Ладно. Давай скидывай. Так, дерево, дай. Ладно, дерево. Ладно, ладно, на. Ой, пирог отдала, супер. А, нет, я случайно. Ладно, забирай. О. Он все равно отравленный. Вернее, очень вкусный. Итак, оп, и атакуем. Ладно, все. Еще раз попытка. Да уйди. Тебя обезьянят. Еще раз, все. Отлично, вперед, бау. Какое это дождливое место. Нет, он на верстаке стоит, он меня сейчас убьет. Слава верстак. Все, готово. Фух. Он опять лезет наверх, ломай. Все, мы его убили. А вы, да, убивай. Так, вообще нам сейчас бы стоило найти лаву. Вообще нам бы стоило нормальную броню найти. Типа коров или еще побольше железа. Потому что мы выглядим, ну, мы будем умирать, Райм, поэтому мы будем умирать. А в этом мире мы не будем умирать. Тут же гномики, они везде, здесь. Ты понимаешь это? Да, я понимаю. Я знаю, Юни, где их нет. В шахте. Да? Кстати, точно. Пойдем в шахту. Смотри, сейчас я сделаю лодку, и мы поплывем с тобой прямиком в пустыню или в шахту, если найдем. Да, прямиком в шахту на лодке, нормально. Ну да, есть подводные шахты. Давай, вперед! Вези меня, вези. На-на-на-на. И лайк ты ставь. Подпишись на мой канал и лайк поставь. Не исчезай. Смотри видео до конца. Юни, смотри, я, кажется, нашел затонувший корабль. О, опа. Надеюсь, там будет железка. Или алмазики, может, даже. Грация дельфина. Да. Я как дельфинчик в дельфанаре. О, там карта клада. Я супер, беру. Бери ее. А у тебя что в другом сундуке? У меня кончается воздух. Ладно, я поплыву во второй сундучок. Нет, я поплыву, это мой будет. Тогда помогай. О, что там? 19 железа было. Еще бери, еще наггетсы бери, давай. Нам нужно где-то приземлиться. Да, туда, стой! Приземлить. Затонувшая деревня. Там обычно ничего интересного и полезного нет. А, тогда пофиг. Юни, что мы... это? Мы утонули, Юни. Юни, бау! Подожди, я тут нашел какие-то предметы. Подожди, офиг, у меня 6 обсидиан, мы можем достроить этот портал. Серьезно? Да. Давай скорее строить. Надо его осушить. Нужна земля обычная. Сейчас достану. Давай, у меня тоже есть, я пока буду ставить.
Блин, как она здесь появилась? Что? Где ты? Ты умер? Да. Юни, смотри, портал готов. Отлично, я в ад. Я тоже. У нас нет брони, у нас каменные инструменты. Что может быть лучше? Ну да. А, черт. Тогда обратно. Не-не-не-не-не, все, пойдем, пойдем. Нет, в смысле? Как вы каменные инструменты? Три. Тогда, тогда все, молчи. Так, подожди, стой. Иди сюда. Сейчас все будет, не переживай. Ты только не переживай. У тебя есть дерево? Да, на. Давай сюда. Вот так вот держи. Вот это я себе возьму. Одна такая кирка. И, в принципе, я думаю, можно сделать еще вот так вот. О, откуда? У меня было 20 с чем-то железа. Тогда супер! У меня есть 3 золота, мы можем поторговаться с нафнафами, если вообще найдем хоть что-то нормальное, потому что мы вспомним в самом дебильном месте. Я с тобой согласен, но подожди, ты забрала мою шапку. Я думала, ты мне просто 2 подарил, такой, ну на. Заскамила меня, ясно. Где же ты, креп? А, о, нафнаф! О, нафнаф. А у нас нет ничего золотого, кроме... Золота. А, у нас есть золото? Да, мне дали фигню. Забирай. Опа. Так. А золотые предметы ему подойдут? Нет, но зато он тебя не будет бить, а меня будет. Всем пока. Держи шапочку. Я тут спер ее! Нет, она у меня. Привет, Наф-Наф. Я тоже весь золоте, как ты. Мы с тобой, бро, побежали отсюда. Побежали в крепость! Юни, я нашел крепость! А я нашла Эндермена. Отлично! Супер, так. Ой-ой-ой, кого я вижу? Ну, привет. Иди сюда. Получай. Плюс 1 палочка. Так, я бью Эндермена. Он зачем-то украл... Лиану, и отлично, у меня уже 1 эндер-жемчуг. Охренеть, почему их тут так много? Все, бегу отсюда, бегу, ну нахрен. У меня уже есть 3 палочки, это хорошо, но, блин, все эти ифриты куда-то вылетели за пределы. Ай, так вот, еще один, ну-ка, пожалуйста, еще палочку. Нет, ну-ка, только не улетай отсюда, черт. Так, опа. 4 палочка. Супер. Так, что-то их многовато здесь. 6 палочек есть, и это значит то, что у меня уже 12 огненного порошка. Супер. Так, давай, эндервенчик. Мне нужны эндерперлы. Где-то штук 12. А, 12. Отлично. 2. А что не 12-то сразу? О, тут и крепость рядом. Значит, Райм где-то здесь. О, прикольненько. Так, эндермен, посмотри на меня, а я на тебя. Между нами искра, буря и эндерглаз. Давай. Нет, между нами нет ничего общего. Опа, па-па-па-пам-па-пам. Давай, оп-хоп. Вообще, мне бы щит на самом деле. Тин-тин-тин. А, осталось мало сердечек. Где он? О, где-то умер, я слышала, он где-то умер. А, вот он. Ты что, не можешь подняться, серьезно? Ладно, давай я на тебя прыгну. Опа. Ой, ну, с кем не бывает. Давай, я должна... Отомстить тебе! Ты чё, куда исчез? Как хорошо, кстати, что вот эта трава мне урон не наносит, потому что если бы в этом биоме я бы не могла ходить, мы бы никогда не добыли эндерглаза. Он где-то умер. Опять он где-то умер. Рай, мне кажется, я рядом с твоей крепостью, потому что как бы я в крепости. О, я... Нет, я туда не пойду. Юни! Где ты? Я все добыл, а ты где? У меня 8 эндерперлов, мне еще осталось 4, так что помоги мне и лучше иди сам ко мне, я не пойду. Ух, я вернулся! Ты горишь. Уже не горю. Ладно, так, а тебе еще нужно 4 штучки, да? Да, еще 4 штучки, и мы сможем отправиться обратно в тот мир, где нас убивает трава. Эндермены, выходите, давайте, мы должны вас побить, покорить и добыть эндерперлы. Вот он, помогай, где ты? Я бегу, а ты где? Я веду, а ты где? Так, вот он, давай, фига. О, 1 эндерперл. А, ну, слушай, тогда ты там сам справься. Да, окей, без проблем, вижу еще одного эндермена. Ну, привет, дружочек-пирожочек. Фух, Юни, я вернулся. Тихо, аккуратно. Так, давай мне порошок огненный. Держи. 12 огненных порошков? А, нет, это уже ты переделал, я что-то... Я же офигел, думаю, зачем 24? Так, давай, кидай, куда нам надо? Туда. Все, давай, садись ко мне в лодочку и отправляемся в походочку. Да ладно, опа. Дан-дан-дан-дан. Повезло, что тут рядом вода, а не трава. А ты уверен, что мы в таком обмундировании убьем дракона? Я не знаю, но у меня есть один секретный
отличный способ. Я знаю его болевую точку. Рай, смотри, там портал, вот еще один. А, да нахрен он нам нужен? А вдруг там будут алмазы? Да, вдруг там будут алмазы, какие-то интересные вещи. Блин, надо было его раньше найти, тут много золота. Ну-ка. Так. Ничего интересного, кроме золотого яблока, кстати. Да, и штаны. Кусочки алмаза. Прочные штаны. На, штаны. А у меня есть штаны. Тогда отдай штаны. Проклятие несъемности, кстати, у меня забавно. Подожди, блок золота. Мы можем сделать сейчас нагрудник или что-то такое. Да, 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 давай. Это лучше, чем ничего. Тут еще был где-то... А куда ты? Ты его съел? Да, уже. Мне не хватает, значит, нагрудника. Мне не хватает ботинок. Сейчас сделаем. А, у меня осталось 2 золота, я сделал еще один нагрудник. Зачем-то, при том, что у меня уже есть. Я гений. Побежали отсюда. Стой, надо посмотреть, куда нам. Туда, все еще туда. И нам уже через траву надо как-то пробираться. Но у нас есть лопаты. А вот здесь уже действительно начинаются небольшие сложности. А, по-моему, большие сложности. Как? Легко, вот так вот пробираемся. А, ну давай. Я умер. Я продолжу за тебя. Может быть, мы как-то по верхушке деревьев попробуем забраться. О, кстати, будем как ниндзя. Да, погнали. О, да, так намного удобнее. А, блин, я вижу там просто поле из этой гребаной травы. О, боже, сколько нам интересно еще идти. Я вижу интересную гору. Возможно, она как раз-таки указывает на Стронгхолд. Если бы это было правдой. Да, Юни, просто ты не видишь тайных знаков в Майнкрафте. Я не больной. А, лазуритные гномики существуют? Конечно, я иду тебе это доказывать. Смотри, сейчас будет проб. Офигенный мув, смотри. Опа. Ладно, не будет. О! Что? Когда я наступила на траву с травой, я не умерла. Подождите, это реально так работает? Нет. Мне просто повезло. Мы дошли до этой горы, которая показывает налево. А ты видел новые руды? Да. Сзади. Говно. Чего? Говно. Неправда. Ребят, напишите в комментариях, как думаете. Я считаю, что вот это вот намного хуже, чем было. Почему? Пусть все оставим на комментарии. Ладно, пошли. А куда нам с этим знаком-то? Налево или вниз? Вниз. Конечно же, вниз. Господи, какое лево? Конечно, все возможно. Как обычно, наверное. Мы и правда сейчас найдем Стронгхолд. Конечно, мы его найдем. Ой, о, вот. У меня где-то было ведро. Оно у тебя. Нужно забери воду, она пригодится нам. У меня есть, да, ведро сейчас заберу. Блин, только она... Я не знаю, где начинается этот источник. Там какая-то речка или что-то типа того. Слушай, а почему мой спавнер еще не сломали? Я не знаю, я думала, он сломан. Глупые чешуйки. Еще маленькие зомби. Да господи, где ты в жопу зомби? Давай, ставлю. Нам должно хватить. Идеально. Юни, хочу... как всегда. Классно, что ты сделал лук, правда, у меня стрел всего лишь 8 штук. Чё за день рифма? Ладно, нам нужно быстренько его победить. Юня, а ты точно поверишь, что существуют лазуритные гномики? Потому что если нет, вот тогда это все зря. Да, да, поверю. Ох, я уж подумал, что ты шутишь надо мной, ну ладно. Только не пишите ему, что я специально вот так сказала, чтобы мы прошли Майнкрафт. А что ты говоришь, что далеко, тебя я не говорю, слышно? Я говорю, лайки, мультики. Ну это правильно, лайки. Нужно поставить. Да господи, как тебе попасть в эту фигню? О, получилось. Нет, ты неправильно. Смотри, учись у профессионала. Готов? Давай. Подходим как можно ближе. Вот так. Смотри, вот так и... Ух сейчас. Ты, какая сейчас. Ты молодец. Сейчас. И... Ого! Я пошла. Давай. Он подошел ко мне и начал на меня смотреть, чтоб я... Ты офигел? А! Он добился своего! За тобой еще дракон. Да, он меня уже убил. А где у него находится самое чувствительное место? На пузике. Он боится щекотки на пузике. Если начать его щекотать, то он взорвется. Да, ты откуда знаешь? Предположила, я не знаю. Ой, давай поспим. Как раз таки Нет. Он спускается. Давай щекочи его. Взорвем. Так, щекотки боится. Давай, щекочу. Реально? Да, это сработало. Я надеюсь, сейчас мы заспавнимся не в траве. Я тоже. Проверяй. Все нормально, я заспавнилась в деревне. Слушай, а раз мы убили дракона и завершили испытание, может быть, трава нас теперь не убивает? Юни, возможно, ты права. Давай попробуем. Давай. Опа! И что нам теперь делать? Юни, кажется, я знаю один выход. Какой? Выход? Я же сказал. Опа, отключиться. Выход, да. Всем удачи, всем пока.